Ой-ой-ой. Красная. Та-та-та. Выбирайте, да. Ой, Ирушкин мой, давай выбирать. Читаем, да? Да. Вы когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Вера, я же стал не подсказывать. Вера пытается подсказывать. Да я не подсказываю, мама вообще на меня не смотрит. У мамы зрение такое, что... У меня был такой эксперимент в жизни, когда мой партнер в далеком-далеком прошлом, очень долго, я так бы сказала, искал себя. Настолько долго, что это все обращается в то, что мужчина, который не может найти себя, или, по крайней мере, не хочет, делает вид, что он ищет, как бы, но не хочет, он начинает обрастать какими-то комплексами. И вот эта реализация, которая не происходит, начинает самоутверждаться за счет женщины. Это никогда не приводит к ничему хорошему. Поэтому, девушки, как бы то ни было, можно смотреть, можно присматриваться, можно как-то, не знаю, где-то проявить понимание, но всегда правильно, когда мужчина стоит по статусу выше, чем... Всегда правильно, да? Ну, вот как Москва слезам не верит, да, все равно, вот правда жизни, она всегда вот выходит в другую сторону. Всегда этот фильм вспоминают, когда на этот вопрос отвечают. Да. Даже не буду спрашивать, о ком вы вели речь, пусть это останется такой небольшой тайной. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».